Когда я заявил о подступлении войск Юденича, Извана и Муша, господин Багдасаров рассердился и какие только оскорбления не произнес в мой адрес. Он сказал, что российские миротворцы сейчас защищают армянское население. Господину Багдасарову и им подобным, в кавычках наивным, в действительности чудовищам, сообщим, что 16 ноября, в дни азербайджанской агрессии, расположенные в Сесиане российские войска в первые же минуты опасности покинули свои посты и убежали, вернувшись после установления мира. Вот механизм, в кавычках, спасения российских войск Российской империи. Отступить, вернуться, отступить, вернуться. А результатом этого отступления является очередное истребление и потеря территорий. По одной лишь причине, что в Армении нет национальной власти, суверенной политики и реальных союзников. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.